Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами будет влог. Я Айка из будущего. Я уже сняла этот влог, даже смонтировала, и тут я поняла, что я не поздоровалась со своей аудиторией. Поэтому аудитория, привет! В общем, влог получился очень интересный, особенно интересный в конце, поэтому досматривайте до конца, либо перемотайте, посмотрите конец, как мы с Фати идем по магазинам. Короче, роллы уже пришли, вот так вот аппетитненько они выглядят. Здесь у нас запеченные. И еще мне положили хорошенько много имбиря, я обожаю имбирь. Вот, сейчас буду снимать для вас мукбанг. Очень быстро доставили, все как всегда, шикарно. Мне очень нравятся у них вот эти вот роллы, здесь вокруг рыбка, поэтому очень вкусно. Здесь у этих нет, только сверху, а вот этих вот вокруг рыбка. Еще, ребят, мне позвонил доставщик, как-то быстро позвонил. Я не ожидала, что доставку сделают настолько быстро. Я просто взяла в прихожей, и первое, что мне под руку попалось, я надела. И как вы видите, она грязная, да, это олимпичка. Вот, мне настолько стыдно было, я уже еду в лифте и думаю, как я заберу заказ. Я вот в такой вот как бомжара просто. Еще такой спортивный стиль и балетки. Я на стиле, ребята. Вот это все цинковая мазь, когда у меня прям были большие прыщи. Сейчас не в тему, но расскажу. Я пользовалась цинковой мазью, она очень дешевая и очень хорошо помогает. Она такая белая, как паста, и поэтому у меня везде вот она испачканная. Ужас прям. Ну все, я переоделась. Вот. А сейчас нужно уложить волосы и накрасить помаду. Помаду я крашу перед мукбанком прям, чтобы она у меня выглядела как-то эстетически красиво. Вот, что касается этой футболки, у нас одинаковые футболки с Фати, но почему-то все думают, что мы носим футболки друг друга и пишут потом это в комментариях. На самом деле это не так, просто мы покупали вместе. По-моему, когда первый раз увиделись, что-то мы сидели в ресторане, и она заплатила за ресторан, и я подумала, что как-то неудобно. Я всегда, не знаю, мне неудобно, когда за меня платят, не знаю почему, но это не касается парня. Когда подруга, например, платит за меня, мне становится как-то неудобно, и потом мы зашли в магазин и выбирали, что же нам купить, и тогда мы в молле были, по-моему, в парк Бульваре, точно не помню, в каком молле мы были. Ну, в общем, мы зашли в какой-то магазин, и она выбрала футболку, я выбрала футболку, и я говорю, я плачу, и прям чуть не подралась с ней, заплатила. В общем, как-то так. А еще я завтра иду наращивать себе ресницы впервые в жизни, не знаю, понравится мне или нет. Если мне понравится, я обязательно порекомендую вам мастера, так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, буду снимать для вас инста-сторис, а может быть даже и влог целый, посмотрим, как дела пойдут. Вот красиво я здесь их расположила, вот эти вот вообще не хотели стоять, я их вот еле-еле. Вот так вот будет в кадре, хотя немножко криво, ну да ладно, я постелила фольгу, фольги не было, спустилась, купила и уже готова снимать голодная. Так, только что пришла Фатя, я, значит, здесь монтирую для вас второе видео, и мы сейчас думаем, какое бы видео нам снять, что же интересненького сделать. Я думаю, что с челленджами, вот эти просто сидим, кушаем на камеру, уже достаточно, уже много таких видео подряд уже. Я думаю, может быть, так как карантин у нас закончился, снять какой-то шопинг-влог сейчас, вот пойти по магазинам, как раз нам нужно что-то купить. Вот у Фати нету подводки, я хочу из одежды кое-что купить, потому что для ТикТока я снимаю, например, 3 ролика, а потом мне уже нечего снимать, да, то есть не в чем снимать, точнее. И как раз покажу вам, где что можно купить и по какой цене. Гениально. Кстати, я знаете, что заметила? Я смотрю свои влоги на телефоне моей мамы, у мамы вот такой вот телефон, Samsung, и посмотрите, как ярко получается. А у меня на телефоне... То ли у меня экран не такой яркий, то ли еще что-то, то ли у меня матовая пленка. Да. Что есть? Я очень хочу пить. Я давно говорю. Пить хочешь? У нас роллы есть. Хочешь? Да, хочу. Она без макияжа? У меня и во лбу звезда горит. Смотрите, Фатя, что принесла. Зачем ты это все принесла, а, Фатя? Зачем? Это же не надо было. Это копченая курица? Да, очень вкусная, правда? Очень вкусная, я обожаю копченую курицу. Я хотела ее отдельно взять с собой, забыла, прикинь. Не, обалденно, сейчас мы это покушаем, схомячим.
Итак, посмотрим, какую поляну мы здесь накрыли. Здесь у меня остались роллы от видео. Здесь у нас айс-ти. И подруга моя, подружайка, приготовила здесь цезарь-салат. И сейчас мы это будем хомячить. Господи. Не, молодец, Фатя, хорошо приготовила. Я сейчас вот маме тоже дала. А то вы все жалуетесь, что Айка сама кушает, маме не дает и так далее. Как классно ты поставила туда телефон. Да, у меня вообще, знаешь, в этом плане телефон стоит вот везде прям. Я даже это на стекло его так клею. А, точно, я забыла. Я забыла, что подруга, она как пришла, такая говорит, Айка, дай мне воду, Айка, дай мне воду. Я что-то постоянно забываю. На тебе, айс-ти. Спасибо, айс-ти. Налетаем. Мы вроде решили мукбанг не снимать, но это не мукбанг, это просто посиделка. Наконец-то можно есть роллы вилкой. Нет, я уже так научилась прямо это. Шучу, мне неудобно вилкой. Аня, ладно, мелко тащи, не палки. Шучу, нет, не тащи. Аня, ладно, мелко тащи, палки. Так как я уже немножко поела, уже могу поделиться с вами своим впечатлением. Очень вкусно, реально, просто обалденно вкусно. У меня такой вопрос, чем ты заправила его? Обычным майонезом азербайджанского производства. Вот в чем просто обычно заправляют соусом, да, цезарь. Но опять-таки я пошла в маркет, который... Там ничего не было, там даже не было черных маслин без косточек, я не смогла найти. Я хотела, а сюда можно и маслины, кстати, добавить, да. Будет очень классно. Мы, значит, короче, уже покушали. У нас был прием пищи. И сейчас... Трапеза. Да, трапеза, господа. И сейчас Фатя делает себе мейк. Я лицо, но не накрасила консилер под глаза, я как зомби. Смотрите, какой механизм. Коробка 65 АЗН. На нем стоит зеркало. Какая дорогая коробка. А ты можешь мне, знаешь, тогда там есть кулек, там у меня пауэрбанк. У тебя вот здесь пауэрбанк. А, да, это тот самый кулек. Спасибо. Вытираешь свои жирные руки об мои волосы. Я помыла только что я была в туалете. Я не буду рассказывать, что я там делала. Она любит поесть, потом куда бы это все? Все волосы красивые. Посмотрим, что у Фати в косметичке. Хотя нет, это будет долго. Давайте просто вот так покажу. Essence палетка. Не покупайте такую. Почему тебе не понравилось? Не пигментированная. Ну, так можно накраситься. Вот тот мейк из ТикТока я сделала с ее помощью, но ColourPop, конечно, даже использую. Аккуратный чек. Это не я виновата, они перелили туда консилера. Ой. Одела вот эти вот брюки и вот эту вот желтую штучку. Короче, вот так вот. Я собираюсь выходить из дома, и сейчас мы идем на шопинг, купим немножко косметики, одежду. Мне реально нечего носить. Вот абсолютно серьезно вам говорю, хочу джинсовочку такую классную купить. В общем, буду снимать для вас тоже. Вы будете все это видеть. Вот так вот. Пупсик! Пупсик! Мам, где пупсик? Смотрите, какие красивые. Я выбрала вот такую вот юбочку. Мне кажется, очень классно смотрится. Сейчас примерю. Я в магазине. Посмотрите, какие прикольные косметички. Вот так вот. Здесь точно ничего не сломается. Здесь красивая, посмотрела. Короче, мы с Фати уже закупились, так и не смогли нормально пошопиться, но зато мы встретили нашу подписчицу, да, такая милая была. Я хотела ее предложить, ты не хочешь мукбанг с подписчицей? Ты как раз неподалеку живешь. Потом я подумала, как-то неудобно сразу такое предлагать. Сразу припахали, да? Сразу припахали. Вот. Господи, я его боюсь. Я его боюсь. В общем, Фати заказала роллы.
Это не значит, что мы только жрем на видео, мы жрем и просто так. Поэтому Фатя заказала роллы. Вот так вот. А еще мы купили сережки, я вам дома их покажу обязательно, пока Фатя будет собираться. Такие дела. Мы сейчас как раз таки обсуждаем подписчицу, она нам настолько понравилась. Знаете, человек такой живой, вот заряд позитива, такое ощущение от него. Вот, если ты нас смотришь, если ты хочешь, если ты хочешь сняться с нами в мукбанг с подписчицей, то пиши мне в Instagram. Вот, или под этим видео комментарий. Надеюсь, что увижу. Вот так. А мы уже идем домой. Но мы очень мало засняли для вас материала. Мы обещаем исправиться и в следующий раз снимать больше. Уже настолько старое стало, что у меня прям этот отдышка. Настолько часто занимаюсь спортом, что уже отдышка. Спортивно. Да. Как тебе кубики даются? Ну вот кубики, да, ты не видишь эти кубики? Да. Короче, ребята, я купила вот такие вот сережечки. Очень красивые. Они такие легенькие, не утяжеляют ушки. И очень красиво переливаются, блестят. Значит, стоили они 12 манат, но были на скидке. Я взяла за 9. Фатя купила еще 2 пары, но они совсем другие, с висюльками. Вы, может, видели в предыдущем кадре, который она взяла, тоже очень красивые. Вот, но мне кажется, Фатины более долговечные, чем эти, потому что обычно вот это вот желтое золото становится черным. И это не очень долговечно. Ну все, ребят, я дома, и на этом я буду закругляться и прощаться с вами. Почему-то каждый влог у меня получается где-то на 11-12 минут, не больше. Хотя реально, вот я стараюсь сделать подлиннее, побольше. Но потом в процессе монтажа я все это вырезаю. Думаю, блин, тут неинтересно, тут я слишком долго разговариваю, тут я рассказываю, это вообще не в тему, я про это говорила. Ну, в общем, пока что создаю то, что могу, то, что у меня получается. Надеюсь, что вам нравится, но в любом случае я буду стараться, буду улучшать. Вот. Сильные какие-то, знаете, переходы, не знаю, с музыкой, вставочки. Я могу это все сделать. Вот, но я не люблю сама смотреть это, мне больше нравится как-то вот естественно, как сторис снимают люди, вот такой вот будет и влог. Вот опять же, о вкусах не спорят, мне нравится так, я снимаю так. Возможно, пройдет время, я пойму, что, не знаю, с какими-то музыкальными вставками, с какими-то, не знаю, супер переходами будет интереснее. Но пока что меня так устраивает. Я вас всех очень сильно люблю, спасибо, что досмотрели до конца. Всем желаю удачного дня. Всем пока!